находились на кухне. Ребенок, я и муж. Вырвала дверь в первую очередь. Мы сразу все упали. Попадали, ребенка прикрыли собой и кухню. Дверь вынесла слуга вместе. И все эти грады, на что летело, все это дальше было видно. Начали отползать в комнаты. В комнату уже все, окон нету. У меня 8 окон, ни одного окна. Побежали в детскую. Там еще страшнее. Там уже загорелся этот дом, который вот выгорел полностью. От него пожар перешел нам на забор, тоже начали штушить. Ну, бегом же вещи выносить. Благо, ребята, такие вообще у нас люди молодцы, верите, даже никто бы не мог подумать, что... Начали просто все выносить, и мебель, и телевизор, чтобы не загорелось. Ну, ночь провели вот так. Там пересидели немножко по соседям, с утра пришли, начали разбирать. Там, по-моему, никого всё. Нет. Ну, мы уже немножечко подобрали. Но в доме все осталось. Если хотите, пойдемте, я вам покажу, что там у нас. Попала под наш обстрел. Я аж плохо. Выжили. Попрятались, собаку. Дверь вылетела вообще вся полностью. Привет, Серёга. А, вы уже здесь. Всё. Вот это, здесь мы уже... Что там? Я ж не знаю, что где. Да, вот это мне надо было. Никому эти ласка, вот такие дырки. Ну все уже, поубирали полностью. Но мы ждали все. Ну сколько же... Да. Ну, здесь уже можно сказать... Уже на повыносила все, это ж уже клееночка хотя бы на ночь еще мы даже такие вчера тут делали, потому что... Мебель повыносили вчера, когда гореть началось, все по телевизору, компьютеру, все успели вынести. Молодцы, это же ребята. Это, слава Богу. Здесь вот видите, тоже все вот это вот еще пока ничего не убирала, еще не успела сюда дойти. Вот это единственное уцелевшее окно, но оно его вырвало. Уже муж унес сетку, сетка вот так вот вся, тут, знаете, москитная, вся была покорежена. Здесь и огонь, все трещит, шифер начал прям в это окно залетать, осколки шифера. Ой, ну, опять, куда бежать, не знаем куда, подвала у нас нет. Ползком, тут вроде все прекратилось, начали к нам забегать люди, соседи. Ну, у нас шок, мы не, вообще, ну, как можно в таком этом, что-то, ну, быстренько сообразить. Давай вещи, теплые вещи начали же быстренько уносить к соседям. Ключи оставили еще от дома на всякий случай, если там хоть погреться. Не жить, понятно. Ну и все, и полиэтилен принесли, позабивали в окна. Я говорю, чтобы Порошенко захлебнулся в крови, в нашей. И он захлебнется, сволочь, потрошитель. Понимаешь, захлебнется. Его Бог все равно накажет. Берется, да? Хорошо берете. Вот сюда в крышу, и вон стенку туда вылетел. Вот девушка сюда в детскую залетела в крышу, сюда. Вылетел вот сюда, с глазами.
сейчас